Государственные стипендии за особый вклад в развитие культуры сегодня вручили в Алматы. Свыше 500 000 тенге от имени президента получили сразу 75 человек. Это известные деятели искусства. Например, Асанали Ашимов, Бибигуль Тулегенова, Мурзатай Жолдасбеков. Поздравили лауреатов высокие гости. Госсекретарь Гульшара Абдыкаликова и министр культуры Арстанбек Мухамедиулы. Мы сегодня наблюдаем расцвет нашей культуры. Большой опыт мы получаем во время гастролей, где мы знакомим зарубежную публику нашей богатой казахстанской культурой. Еще раз разрешите поблагодарить вас за вручение мне государственной стипендии.